Замена заднего тормозного цилиндра и колодок Renault Clio. Откручиваем заднее колесо, чтобы получить доступ к барабану. С помощью отвертки и молотка снимаю пыльник. Откручиваю гайку ступицы. Чтобы снять барабан без специального съемника, прикручиваю колесо обратно. И качающими движениями на себя легко снимаете его. Далее, открутив болты, снимаю барабан. После этого снимаю трос ручного тормоза. С помощью плоскогубцев откручиваю пружинный стопор, чтобы освободить колодки. С помощью отвертки поддеваю тормозные колодки и снимаю весь комплект барабанного тормоза. Чтобы при откручивании и замене цилиндра не сбежала вся тормозная жидкость, нужно зажать педаль тормоза. Далее очищаю от грязи заднюю часть цилиндра. С помощью ключика на 8 мм откручиваю тормозную трубку. С помощью головочки на 10 откручиваю крепежный болт, который удерживает цилиндр. Здесь могла быть ваша реклама, если вы стали спонсором. Движением на себя снимаю тормозной цилиндр. Опорные поверхности, которые блестят, там где прикасаются колодки, смазываем медной смазкой. Устанавливаю тормозной цилиндр, накручиваю резьбовое соединение тормозной трубки. И крепим его с помощью крепежного болта. Далее устанавливаю новый комплект колодок в сборе. Устанавливаю новый фиксатор колодок. Устанавливаю назад тросик ручного тормоза. Одеваю барабан. Закручиваю центральную гайку задней барабанной ступицы. И зажимаем с усилием 280 ньютон-метров. После этого нужно спустить воздух с тормозного цилиндра, отпустив педаль тормоза. И прокачиваем тормоза, как я объяснял в соответствующем видео. Надеваю назад пыльник. Устанавливаю колесо обратно. Если после просмотра сможете также заменить, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал.